Помните, как давно уже был первый подход египтянина Мохаммеда Эхсан на 180 килограммов? Сколько после этого событий произошло? И сколько народу выступили, видите, а он всего лишь только сейчас подходит ко второму подходу. Прибавил 5 килограммов. Такой же четкий подход на 185, это первый на 180. Гудри, он еще зальчоме. А затем обычные алия. Также на 185 готовится выйти китайский атлет.